Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Эй, псина, разорви горло этой крикливой женщине! А ну вернись! Мама, ты страшная! Не бойся, уже все хорошо. Мама, прости меня. Я тут кое-что вспомнила. Папа пошел в туалет, а бумагу с собой не взял! Что? Вот почему его так долго нет! Я сбегаю к нему и принесу! Анечка! Я Наруто Узумаки. Говори! Где вы собирались напасть и где сейчас Кит? Мой ответ – поешь дерьма! Можешь прямо из толчка! Вонючая ты свинья! Ой, точно! Она же взорвется, если я дверь открою! Но как же оно обезвреживается? В мультике показывали, что для этого нужно перерезать либо красный, либо синий провод. Провод? Провод! Ужас! Они тут все черные! Чего? Нифига, у них министры шустрые! Обалдеть, ему же 60!